Здравствуйте, гости и подписчики! С вами канал «Современные родители». И сегодня на обзоре детские смарт-часы Baby Watch T58. Рекомендую вам оформить подписку на канал и нажать колокольчик. Ссылки на лучшие цены и полные характеристики оставлю в описании. Задавайте свои вопросы в комментариях, там же пишите свое мнение. Часы, оборудованные GPS, подходят для всех возрастов. Они могут использоваться совсем маленькими детьми, подростками и даже пожилыми людьми. Такой гаджет намного практичнее, чем телефон, по массе причин. Надежная фиксация браслета на руке. Владелец точно не потеряет его, что нередко случается со смартфонами. Безопасность. Часы не особенно привлекают внимание злоумышленников, поэтому можно не опасаться, что ваш ребенок или пожилой человек подвергнется нападению грабителя. Удобство, простейшее управление и наличие всех необходимых функций делает использование часов очень комфортным. В отличие от телефона, лежащего в сумке, ребенок наверняка услышит звонок. Отсутствие отвлекающих от занятий игр и возможности выхода в интернет – существенные плюсы. Модель оснащена всеми функциями, которые нужны качественному гаджету. Часы имеют массу современных функций, облегчающих повседневную жизнь. GPS-трекер. Он нужен для отслеживания местонахождения ребенка, маршрута его передвижений. Это позволит в любой момент узнать, где находится ваше чадо. Wi-Fi-модуль позволит более точно определять местоположение. Кнопка SOS. На нее можно нажать в случае опасной ситуации. При этом в автоматическом режиме будет отправлен вызов на родительский смартфон. Возможность звонить, получать и отправлять голосовые сообщения, как на обычном телефоне. Белый список разрешенных номеров. Это убережет владельца гаджета от посторонних звонков, которые могут быть надоедливыми и небезопасными. Часы для детей имеют более сдержанный дизайн, чем большинство детских моделей. Прямоугольный корпус с закругленными краями смотрится аккуратно и ненавязчиво. Миниатюрные кнопки расположены по бокам часов. Я внимательно изучила отзывы пользователей и сейчас расскажу вам, на что жалуются и чем довольны обладатели данного девайса. Негативные. Мало номеров можно записать в телефонную книгу, всего 10. Мелкий и неяркий дисплей, небольшое расхождение с локацией. У этих часов отсутствует вибросигнал. Батареи хватает на 1,5 дня. Рекомендуемое производителем приложение iBailey никуда не годится. Положительные. На руке хорошо смотрится, телефонная связь работает хорошо. Динамик достаточно громкий. Минимум функций, но этого достаточно. Отличные часы. На расстоянии в 10 километров наблюдаю ребенка прямо до подъезда. Никаких глюков не заметили, связь работает, как в обычном сотовом телефоне. Внешний вид на 5, точность на улице хорошая. Дизайн. Легко и удобно использовать. Ничего лишнего. Автономность работы. Простота интерфейса. Кнопка SOS. Хороший динамик. Спасибо, что досмотрели мой обзор до конца. Не стесняйтесь, делитесь своими впечатлениями. Пишите комментарии и задавайте вопросы. Также не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик. Напоминаю, что ссылки на данную модель я оставляю в описании под этим видео. До новых встреч на канале!